Комитет по культуре Одинцовского городского округа стал победителем конкурса дополнительных общеразвивающих программ на 2022 год, которые реализуются Международным детским центром «Артек» совместно с партнерскими организациями. Муниципалитет стал полноправным партнером самого главного детского оздоровительного лагеря страны. Летом во время 7-й смены Одинцовский округ презентует в Крыму свою творческую программу. Председатель окружного комитета по культуре Ирина Ватрунина сообщила, что представленный на 6-й конференции тематических партнеров «Артека» проект называется «Время года. Играй, звучи, танцуй».